посылка жены с сайта Джум. Сейчас посмотрим, что заказывала. Коробка помялась. Вид не сильно презентабельный, но лишь бы внутри все целое, запечатанное. Потекла. Нет, не потекла, просто мазнула. Он хороший, жирненький, можно тоненько, можно толстенько. Надо заказывать. Сколько стоило? Со второй стороны вот такой вот уголочек, штампик. Сколько стоило? Ой, около 40 рублей. Рекомендуете? Да. Хорошо. Ссылку в описании.